Добрый день. Сегодня у нас история будет от подписчицы, точнее продолжение. Мы ей уже один раз помогали, она написала второе письмо. Давайте я его сейчас зачитаю, потом ответим на ее, скажем так, запрос, пообсуждаем в комментариях. Давайте приступим. Хочу наконец сказать спасибо за дельные советы, которые получила от вас в видео. Вы очень правильно прочувствовали ситуацию, заострили мое внимание на важных вещах. Я приняла решение расстаться с тем молодым человеком, турком, о чем ни разу не пожалела. Хочу снова обратиться к вам и подписчицам за разбором моей новой ситуации. В интернете я продолжала свое общение с молодыми людьми, в основном русские мужчины, но интересное общение опять завязалось с турком. Кто-то может подумать, что я специально выискиваю турка, чтобы переехать в его теплые красивые страны, но это совершенно неправда, просто стечение обстоятельств. В Москве мне живется неплохо, и эмигрировать я никуда не мечтала и не собиралась. С моим новым собеседником нам было очень весело, комфортно, никакой пошлости или бестактности он себе ни разу не позволил. Мы общались 4 месяца, он сразу сказал мне, что был знаком до меня с одной девушкой из Украины, прилетал к ней, но отношения у них не сложились при встрече, не сошлись характерами, постоянно ссорились и приняли решение не продолжать общение. Еще сказал, что турчанки ничем не плохи, но ему очень хочется жену славянку, чтобы голубые глаза были, щедрая русская душа. Так, я тут остановлюсь. Щедрая русская душа, голубые глаза. Это на меня наталкивает определенные мысли, что турчанки-блондинки, кстати, тоже есть. Моя свекровь блондинка, цвет волос вообще как у меня, не крашеная, а натуральная блондинка. Еще насчет щедрой души, есть определенные моменты, походу, которые в турчанках его напрягают в плане характера, менталитета, спроса с мужчин, я так думаю. Давайте дальше продолжим. Когда открылись границы, мы начали обсуждать, где наконец встретимся и увидимся. Он был не против прилететь, встретиться на нейтральной территории, чтобы я прилетела. Короче, рассматривали все варианты. Но сказал, что ему очень хочется принять меня у себя в гостях в своем городе, потому что там он все знает и устроит нам лучшее времяпрепровождение. Познакомит с семьей, друзьями, потому что у него только серьезные намерения, и он ищет жену, а не подружку на отпуск. О деньгах сказал, не волнуйся, у него их достаточно. Честно, я ни на что особо и не рассчитывала. Много слышала, как обещают турки девушкам восточные всякие мужчины золотые горы. Все делила на 10. На всякий случай даже забронировала себе отель, если что-то пойдет не так, и денег с собой взяла тоже. Он купил мне билеты, и когда я прилетела, встретил в аэропорту с букетом цветов. Мы немного погуляли по набережной у моря, перекусили, поехали в дом, где живет его семья, на ночевку. Семья встретила меня в боевой готовности. Все выстроились в коридоре встречать, обнимать, родители, братья, сестры. Ужин приготовили, как на праздник, и даже выделили мне отдельную комнату. За завтраком опять полный стол, все на местах. Потом мы уехали в очень хороший отель в горах, каждый день ездили на море, ели в ресторанах, он водил меня по рынкам, покупал подарки, относился очень хорошо, мне было с ним комфортно, я хотела, чтобы отпуск не заканчивался никогда. К нам приезжали погулять вместе его друзья, я им всегда тоже была рада, я им понравилась, ну, просто идеальная картинка, но меня мучила одна мысль. Все общение с ним в интернете я делила на 10, чтобы не впадать в розовые мечты. И я не считала нужным рассказывать все человеку, которого не видела никогда. Он знал, что я была в браке разведена. А если дети, не спрашивал, а я и не говорила. Не подумайте, что я хотела это скрыть. Это невозможно, просто дело было в том, что мне нравилось приятное, доброе общение. А я еще не понимала, правда ли все, что он мне обещает или нет. Будет ли так, как он мне это обещает. Он был такой хороший в онлайне, хороший друг. И в остальном просто я не стала мечтать. В середине отпуска настало удачное время, разговор зашел, и я рассказала ему, что у меня есть ребенок. Он был шокирован, сказал, что предпочел бы знать до этого всего. Я извинилась, объяснила ему все свои мысли по этому поводу, предложила после отпуска посчитать расходы и пообещала вернуть ему половину. Он сказал, что никаких денег ему от меня не нужно, но ему нужно подумать, и он не может прямо сейчас сказать мне, готов он или нет. Но готов он оказался уже на следующее утро. Извинился много раз за свою реакцию и сказал, что хочет продолжать наши отношения. Вторая половина отпуска прошла еще лучше, чем первая. Он уже планировал, как снимет квартиру поближе к работе, чтобы больше времени проводить с нами. Перед отъездом мы опять приехали к нему домой. Он попросил сделать мои любимые блюда, приготовить. Мама его хотела ехать вместе с нами в аэропорт провожать, мы отказались. Сейчас я дома, он пишет, что очень скучает, ему не хватает меня. Но теперь мне страшно, а что если он правда позовет меня переезжать к нему?
Я должна забрать ребенка. Ему через пару лет в школу, языка мы не знаем. Да и папа ребенка вообще не в курсе. Я не знаю, разрешит он нам выезжать или нет. Да и 2 недель слишком мало, чтобы узнать, что он за человек. И нужен ли ему ребенок, ребенку такой отчим. Я не знаю, как будет относиться его семья теперь ко мне. Галя, я опять запуталась и не знаю, с чего начать. Я пригласила его ко мне приехать, теперь посмотреть, как я живу. В принципе, начало очень хорошее. Я чувствую, что он мне очень подходит. И нет даже ни одного серьезного сомнения на его счет. Мы также поговорили и решили, что нужно какое-то время будет пожить вместе обычной жизнью, чтобы понять, уживемся мы втроем или нет, с чего посоветуете начать. Абсолютно правильное решение по поводу пожить втроем вместе и посмотреть, получится нет. Ну, я вас хочу поздравить с тем, что попался в интернете. Как говорится, много надо какашек перерыть, чтобы найти среди кучи говна бриллиант. Мальчик, мужчина с правильным настоящим турецким воспитанием. Вот оно как и нужно, как оно должно быть. Как вы написали, все очень правильно. С родителями сразу познакомил, семья, все дела. Во-первых, смотрите на реакцию его родителей насчет ребенка, как они себя поведут. Да, в Турции любят детей. Это очень хорошо. Здесь к детям хорошо относятся. Я вот честно, по-женски вам, девчонки, всем скажу. В России это называют там с прицепом, да, вот эта фраза, мне очень она не нравится, некрасивая. Но я мужчин понимаю, в принципе, что хочется своего ребенка от этой женщины, и, как правило, просто ребенок, предыдущее напоминание, конкуренция для мужчины, это задевает его эго, что кто-то был до него, оставил свое зерно, что ребенок этот не его, есть, ну, очень часто такое, да, вот эта конкуренция, напоминание конкуренции. И порой, если бы там у ребенка папа умер, например, трагически как-то погиб, чем в разводе был бы, они это легче воспринимают, потому что конкурента тупо нет. Вот вся в чем причина. Дело не в ребенке, а в характере, в эго самого мужчины, конкуренции, конкурентной борьбы между ними. Здесь, в Турции, такая же история. Мне это, как бы, скажем так, грустно говорить об этом, но да, здесь тоже не все мужчины хотят себе женщину здесь с ребенком. Я имею в виду те, у кого, кто не был женат, у кого нет своих детей, которые первый раз выходят замуж, женятся, точнее, извините, они не хотят. Вот я вам рассказывала видео про друга своего мужа, с которым мы общаемся, очень хорошие, все. У него тоже требования, но мне 35 лет, я хочу первый раз жениться, я не хочу себе женщину с ребенком. И как бы я ему объясняю, ты говорю, понимаешь, что женщина, у которой есть ребенок, она уже с опытом. И она, говорю, с бэкграундом неприятным, то есть у нее был какой-то развод, какая-то трагедия, какие-то пережитые негативные эмоции. И для тебя, говорю, в 35 лет, женщина даже с ребенком чужим, ты, говорю, все равно его полюбишь, примешь со временем, я узнаю его характер, он очень любит детей, хочет, он очень добрый, очень заботливый, хороший папа был даже чужому ребенку, бы принял со временем. Есть этот потенциал, он к этому готов, он к этому не готов, но в нем я вижу такой потенциал, как характер его поведения, он может это делать, он будет хорошим отцом, даже не своему ребенку. Но у него условия, я хочу, чтобы у нее не было ребенка. Я говорю, ты понимаешь, говорю, этот бэкграунд, для тебя это лучше. Женщина, говорю, которая пережила плохой брак в разводе или еще как-то, она будет тебя больше ценить, твой хороший характер, твою заботу. Тебе, говорю, это на руку. И не важно, что у нее есть ребенок. Ребенок — это хороший показатель, то, что женщина умеет заботиться, умеет любить. Ребенок тебе не конкурент, ребенок тебе помощник. Потому что путь к сердцу женщины через ее ребенка лежит. Наладишь контакты, ты будешь. Не надо быть ему вторым папой, будь просто другом. И женщина растает, ей только это нужно. Чтобы ее ребенка просто не обижали, чтобы были рядом с ним. Не надо быть ему вторым папой, это вообще просто верхушка. Но я знаю также много историй, когда наши девчонки с детьми переезжали, и новые их мужья, турки, они реально становились как вторые отцы, усыновляли их детей. У всех нормально с этим. В турках есть вот этот потенциал, скажем так, любить детей, что детей здесь любят. Но многие, у которых не было своих, вот этого бэкграунда, которые в разводе, у них есть дети, они к этому проще всему относятся, все это понимают, у них вот эта любовь отцовская уже есть, поэтому чужих детей они проще воспринимают, как своих, скажем так, да. У кого этого не было, у молодых парней, у которых не было замужества и не было детей, они этого не понимают, не чувствуют. И они вот в силу своего характера мужской конкуренции детей от первых браков не очень хотят, потому что это конкуренция просто с мужчиной через ребенка. Вот это все дело, это не в детях проблема абсолютно. Детей они любят. Конкуренция, которой он будет каждый день капать на мозги. Даже ребенку, как он будет видеть конкурента. А что касаемо, это немножко тогда объяснила ситуацию по менталитету. Что касаемо вашей ситуации, ваших отношений, все хорошо, замечательно.
Я с чего начать? Начало нормальное, пожить вместе, посмотреть, да, как у вас будет ребенок воспримет его, как он к ребенку, посмотрите. Во-первых, у вас всегда должен быть ребенок на первом месте. Видите, что он ребенка обижает, не клеятся отношения, не бойтесь расставаться с мужчиной, выбирать ребенка. У мужика вы другого себе найдете, он себе другую женщину, а ребенок себе маму другую никогда не найдет, понимаете? Если у родителей встанут штыки против ребенка, делайте вывод. Либо мужчина этот с родителями будет меньше общаться, вас выберет. Если он перейдет на их сторону, делайте выводы, что он, ну, выбрал своих родителей, а не вас с ребенком. Тоже, ну, возвращайтесь, скажем так, домой. Если все в порядке, я вижу, что вы просто боитесь, вы не ждали такого развития отношений, опирайтесь на свои чувства, на свою любовь, приятно вам с этим человеком, оправдывает он ваши надежды, правильно себя с вами ведет, вот знакомство, все дела, принятие ребенка, то прекрасно, начинайте приехать, пожить как-то, знаете, пусть он к вам приедет, посмотрит, как вы живете, следующий шаг, там, вы приедете с ребенком на какой-то период, там, на отпуск, 2 недели, короче, на какую-то, там, 2-3 недели, посмотреть вообще бытовое, нравится, не нравится, климат хотя бы, как родители будут относиться, все вот эти моменты, вернетесь обратно. Это у вас уже будет 3-я встреча, там будете смотреть, что он предлагает, у него тоже свои впечатления, ощущения, да, от этого мероприятия будет, все прочего. Решайте, смотрите юридические вопросы со своим бывшим супругом, как вообще вот этот вывоз ребенка. Я вообще честно скажу, если мужчина ревнивый, собственники ваши бывшие, все вот эти истории, лучше вообще до последнего бывшего мужа не оповещать, потому чтобы он вам не вставлял палки в колеса. Если у вас нормальные отношения, то, пожалуйста, рассказывайте, но до последнего лучше тянуть, не оповещать, не рассказывать, меньше давайте времени, чтобы подстроить какие-то козни вам и нарушить ваши планы перед выездом, это 100%. Вы там сами своих мужей, конечно, бывших знаете, какие у них поведения, характеры и все прочее. Ну, просто наслаждайтесь отношениями, знаете, что проблема-то ваша? То, что вы не можете расслабиться и довериться мужчине, с проблемой в доверии, что, о боже, все так хорошо, все так идеально, а я думала, так не будет. Я себе запрещала любить, я себе запрещала влюбляться, я делила все на 10, а тут вроде бы все хорошо выходит, что можно уже расслабиться, то есть вам не верится в то, что можно рассеть, расслабить свою попу и наслаждаться жизнью. Сесть, расслабиться, наслаждаться жизнью еще рано, потому что до конца неизвестно вот про принятие ребенка, про переезд, все такое. Вы можете расслабить свою попу, сесть, когда вы переедете уже к нему в Турцию, и у вас все будет в порядке, вы будете вместе жить. Тогда да, садитесь, расслабляйтесь. Пока что еще напрягайтесь, потому что у вас нерешенный вопрос по переезду, будущему и вашему бывшему мужу. Вы эти вопросы закроете, тогда можно сказать, да, я там в счастливом, там, не знаю, браке или еще в чем-то, да, в отношениях счастливых меня все устраивает. Но вообще ничего такого страшного не произошло, все прекрасно, потихонечку позволяйте себе любить, допускайте эти эмоции. Девочки, что напишите в комментариях, под видео я всегда оставляю свою почту, если есть вопросы, запись на консультации, если вы запутались в ваших турецких отношениях с мужчиной, обычно такое бывает отношения на расстоянии или какие-то неопределенности, тоже записывайтесь на консультацию, мы с вами пообщаемся в скайпе, пожалуйста. Скоро увидимся, девчонки, всем пока!